Популярная турецкая актриса Ханде Эрчел после окончания сериала «Постучись в мою дверь» мечтала об отдыхе, но все-таки решила отложить долгожданный длительный отпуск и вернуться к работе. Со слов самой телезвезды, она снова начала рассматривать предложения продюсеров. В настоящее время девушка изучает предложенные ей сценарии, но пока ни на одном из них не остановила свой выбор. Поклонники актрисы были очень обрадованы решением Ханде вернуться к работе. Ведь еще совсем недавно она объявила о временном прекращении своей актерской деятельности и запланированной поездки в США на длительные курсы по совершенствованию актерского мастерства. Ханде Эрчел ранее сообщила, что в Америке пробудет несколько месяцев, получая необходимые ей уроки. И вот обстоятельства поменялись, и в настоящее время актриса снова занята изучением поступающих предложений. Причем Ханде в беседе с журналистами разоткровенничалась, что для нее не важно, будет ли проект сниматься для телевидения или будет на цифровой платформе, лишь бы ее заинтересовал сюжет. И, конечно, представители прессы задали вопрос об отношениях с ее возлюбленным Керемом Бюрсином. На это девушка ответила, что у них все очень хорошо. Следите за событиями из жизни телезвезд Турции вместе с нами и подписывайтесь на наш канал.